Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин antilife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами модель THL W100S. Решил я записать такой краткий обзор-распаковку на эту модель в черном цвете, как она выглядит и что она из себя представляет. Потому что белый вариант я уже рассматривал всячески. Ну и теперь давайте кратенько посмотрим на черный вариант. Значит, черный вариант имеет вот такой вот бампер в комплекте. Сам смартфон по техническим характеристикам ничем не отличается. Вот с такими вот пленками приходят иногда смартфоны из Китая. Такие пленки лучше снимать, а человеку высылать с нижним слоем пленки, потому что, ну, это некрасиво на самом деле. Черный вариант имеет вот такую вот крышку. Все здесь выполнено из пластика. Пластик самый обыкновенный. Крышка такая какая-то непонятная, и не матовая, и не глянцевая. Вот, под крышкой аккумулятор на 1800 мАч и стандартно две сим-карты. Дальше в комплекте у нас чехол-книжка, такой же, как и был в белом варианте. Дополнительная пленка, собственно, зарядка, USB кабель и гарнитура. Вот такой вот черный вариант THL W100S. На этом все. Спасибо за внимание.